Он все мимо ушей пропустил. А первый мостик, а там вода протекает. Так в этом-то весь смысл, чтобы она протекала и можно было ездить. Ну что, конечно, да. Как горные реки. Смотрите, отсюда тормозим и глянем. Течет вода или нет, посмотрите. А иномарка здесь проедет? Нет? Течет, вот здесь видно. Ага. Она же вытекала, и втекала, и вытекала. Смотри, какой перепад у нас. Здесь вода и там-то, все-таки выше. Так я сейчас проезжаю на одном заднем мосту. Здесь она нормально, сцепка. Нормальная, да? Ну, вот. Мне надо даже передок подключать. Да? Отлично. Даже нужды нет. А там вода. Всю зиму толок ему. То есть никакого интереса нет. Вчера мы смотрим, Сашка приехал с девчонками купаться. Нас увидели? Они не ожидали, тут нас увидели. Мы видим, что работа, не экскаваторы работают. Работают вручную. Так, девки, подождите, я пойду узнаю. Нет, они, мы стали снимать, они наконец вылились и туда, где шлюз находится. Туда, с машиной спрятались. А биться потеряем, восстанавливать. Как Каганович говорил, политики говорил. Я думал, Ленин. Как он едет, завтрак ищет. Пошел, сейчас вот там воробьи сидят. Я его их не видел. Это тоже на борозде. А вот пташки прилетели. Не отвлекайтесь на это, тут высота. Оу! Там впереди нас сапля, кажется, я вижу, журавль. Вон, глянь, какая. Направо. Так, вылазим. Все. Разгружаюсь. Буряковый. Закрепи машину. Ой. О! Ехать, видеть такую природу. Пруд. Такие птицы работают. Ради одного этого стоило поехать. Алексей, Андрей, почему? Вот она. Полностью сделали вчера. Гляди. Все, это отпилишь потом, не забудь. Сюда надо будет маленько подсыпать, подровнять, чтобы ямки не было. Сегодня прорыв он там был, да? Прорыв большой там, а вот этот вот он прорыв. Гляди какой. Тут, глянь, подойди. Помогаю. Ну тут видно, что прорыв был. Вот она как идет. Конечно. И вон туда, здесь было низко, и там шире. Может, даже здесь и бобер работал. Ну, да, похоже. А за ним уже вода. Так, кто куда что прятал? Доставайте. Вот вода. Вода. Нестор спрашивает, куда воду? Не знаю. Решите сами, под палатку только. Так, ты нам не просверлишь здесь дырки? А то тут такие работники. Давай сюда. Сиренево с нами, для кого? Набрали больше людей, меньше. И людей столько. У нас сегодня мощнее бригада. Сейчас я попрошу его здесь просверлить. А вы начинаете носить туда землю. Вот где? Вот в этом промежутке. Ведра есть. Копайте там, только смотрите, не подкапывайте под эту. Я показал, до каких пор, и только с откосом делайте. Это самые лучшие ведра взять. Это хорошее. Это поганое. Краевское. Все. Это хорошее. Ну давай. Жужжай. В работе покажи. Да. По два ведра берите. У вас поскорее дело будет. Здесь не задевать? Нестор, бери ведра тоже. Покажи, где берешь.
заберут. Я купаю. Нестор, ведра еще возьми. Ну все, пошли вниз. Давай, бери. Лопату в зубах, а в руках ведра. Ага. Кувалды-то где? Вон они, тащи их сюда. Время близится к обеду. Я с горы, говорит, на жопе еду. Вот я тут и прокатился по соломе. Так, очень эстетично. Четыре отверстия. Вот оно что. Где? Так, они забиты или еще забивать? Все, эти... Забиты? Нет, конечно, до конца. Это все надо забивать. Вот эти вот. Подожди-ка. Лопату дайте мне. Игнатий Иванович, мы не помолились. Мы там помолились, можем и здесь помолиться. А вон братья молятся. Господи, благослови нас. Господи милостивый, дай нам силу, крепость. И труд наш сделай полезным и безопасным. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Все, во славу Божию. Так, давай мне эту лопату, я буду поддерживать. Все подряд переколачивать можно. Брат. Лопату вон ту может быть. Давай, это... может, в воскресенье после обеда. Ну это решишь, а только ты на. Да что у нас? Во. Лодки мы уже свернули все. Ну как свернули? А что, их развернуть нельзя? Ну можно, конечно. А? Можно, при желании. Что надо? Лопату. Вон совковая. Вон. Я не знаю, какую. Совковую он держит. Она более удобная. И сбоку можно и прямо держать. Вон она, до каких пор надо сваи бить. Так, лопата. О, давай. Длинный, да? Да, бей. Стоит улыбаться. Ты как хотела ручка, чтобы была у тебя не между ног, а в стороне? Стороне не то куда. Дети есть. Так мощнее. Дочка, а то Францию так... тебе придется билеты сдавать. Ага. Идет, идет. В уровень подогнать тебя. А думаете, вам это... Вон она. Так, сейчас. Сейчас, штыковую лопату. Она маленькую делает ямку, она под... Все, бери, вот она, сделай. Сделай, здесь шпалы вот эти, мы не можем забить. Вот так. Отодвинуть их маленько, чтобы... Вот так. Отодвинуть. Давай, Сергей Павлович, таскай. Одну только вставляем, мы сразу вставляем и другую. Здесь туда не надо подкапывать. Прямо просто. Вот по деревяшке не заехало.
Давай я сюда. Сейчас подожди, следующий дальше. А то маленько убрать. Ну, забивайте сейчас. Ты это за нее не бери, она промаслена. Вот за край бери. Вот так. Теперь это отодвинуть сено-то надо. Так. Ну, Витя, посмотри, там толкушка вот та тоненькая. А между ними мы короткие забьем. Короткие, а тонкие. Вот если вот тоже выбрать. Вот немножко ее подколотить еще. Да еще подколотить. Мы закрепили. Вот здесь вот поближе. Поближе. Там вот. Это пониже, пониже, далеко не надо. Ну вот это нормально стоит. Нормально, абсолютно нормально. Я боялся, что пойдет оттуда няша, как в прошлый раз. Ну если бобер еще здесь поработал, может вполне быть. Ну да. Вот этот прорыв. Так, ходи быстро, не заглядывай тут. Господи, благослови. Еще три штуки. Дальше. А между ними мы набьем тут как не надо. Наклоним все как надо. Вот прорыв оказался, она сразу начала размачивать ее. Я когда заметил, бегом домой. Я видел раньше это, но не думал, что так она опасна. Так, пошел. Тогда мы еще вон та, которая даже не смолевая, мы ее поставим туда. Пока ты здесь. А эти там из-за того. Да надо сваи все забить. Что будем возиться туда? Четыре сваи остается, вы обратно их везете. Ну, да. Ну ладно, давай. Ну это по грамотному. Вот это жердина-то хорошая. Ну что, пили. Так, видите, маленечко надо, чтобы она стояла. Так. С той стороны все, да, поставили? Да. Все, все. Там только отпилить одно надо. Смотри, чтобы она внутри не задела этим своим резаком. Да. Деревяшку. Подальше. Опа. Так. Это мы все туда угоним тогда. Ну что не смолевый. Не такая уж и беда. Ну и все. Там магнитов подает на свечу.
Дальше следующую. На, Витя. Она не промаслена. Не промаслена. Так. Там дальше, там сырости вот много нету. Но надо пробить еще на 3. Маленько можешь отступить вниз. Может, с той стороны добавим? Давай. 2 здесь, 2 там. Может, здесь одну еще добавь. Давай, давай, правильно. Там, видишь, но мало. Мы не могли там никак. Постели там клеем. Палатка есть. Когда вот это сделано, тогда есть какая-то надежда. Что весной у нас тут обезопасили. Да, все. Кстати, идея хорошая. У кого шаг метр? Вот отсюда метр, вот отсюда вот. Любой может шаг. До центра делать. Надо вот туда дойти. Я сейчас сам, наверное, пойду. Вот лежат еще, видите, 3. На этой стороне. Толстые самые, да? Да. Вот еще. Старого ты дошел. То, что нагреб, ты вот это прошел, наверное. Больше не сверлится, еще бы надо засверлить. Так, да? Не идет почему-то. А что не идет-то? Почему? Сено? Понятно. Как не идет-то? Ну попробуй. Господи, благослови. А вот оно. Намотал. 40 метров между разрывами. Сено же, оно мешает. Ну мы это вытащим. Попробуй еще. Одну от этого на ту сторону. Сено намотало. Ну да. Забыл я сейчас. Ну все, Саш, переходи на ту сторону. А я тут займусь. Там колышки убрать надо. Мешаться будет. Так, эти можно убрать. Сюда. Вот так. Сколько здесь у нас? 2? 3? 3. Вот 3 вот это и сделать. На. Ой-ой-ой. Она какая-то, возьми. Она скользкая. Все, остальные нам уже лучше под власти. Держи, чтобы не ударить. Вот так. Ты сразу на 2. Вообще эти дни я смотрел в тени уже 32. Солнце он боится, а холода нет. Холодных крови. Поэтому нам возле него жарко. Thank you.
мы не могли вставить никак. Все. Так, пойдет, да? Пройдет, конечно, пойдет. Так, только вот так надо развернуть его. Вот, вот, вот. Все. В этом направлении. Куда между ними забиваться еще? Угу. Тонкие. Ну. Какая большая самая? Поставь вон та, которая внизу. А этот между ними затолкаем. Если бы еще глину нам выводить, то отдашь. Сразу забери. Все? Все, уезжай. Ну а последнюю не надо? Ну, если ты перешел, то можно. Давай. Ну давай. Если уж раз перешел, я боюсь трогать тебя. Давай лопату. А вот это, а нельзя вставить туда? Никак. Ну давайте попробуем. Я боюсь, что она по дереву заедет. Подкопаем. Ну я не буду газовать. Ну давай. Может заехать, да. Это не годится. Если подозрение есть, то еще не делать. Мы забьем здесь. Ладно, не надо. Слышь, не дай бог попортить такой важный инструмент. Вот это вот. Все. Она туда заворачивается, вон куда пошла. Все, бей. Так. Ага. Там трава. Может, убрать ее? Подними маленько. Ну, такие лунки получились. Только с вами уеду. Он же остался помогать. О. Я помогаю вам, ну сколько здесь, полтора-два часа, и потом ко мне. Колотить будешь? Колотить? Да. Ну смотри, Роман, Витя, бери кувалду. Нам надо сейчас вот это все закрепить. Сено горит. Бей. Ну дым просто прошел через стену. Ром, а что если нам одну ходку на крепе сделать вот это? С ведрами? Да без ведер, так, кидать на палатку. Хорош, вот эту бей. Вы снимайте. И палочки гений. Я не против, но это... Давай ускорить, да, полчаса ускорим. Все ускорим. Даже не одну ходку, то что так будет. Все ускорим. Подожди-ка, гляну. Нормально, вот это дальше пробивай. Вот эти штуки и потом на той стороне. У нас лучше получилось, чем там. Там забивали прямо. Ой, стиль, простите. Надо воду убрать. Все, бей там. Ну, тут далеко. Вот камыш, гладь такая, тишина утром, ветра нету, а днем опять будет подниматься. Вы даже предвидеть это
возможно. Посмотрим, чем братья занимаются. Решили ускорить процесс таскания глины. Ты понял, грузовик сделали? Вот потеряю. Граница нам поможет, американские машины. Сибирскую глину. Где это еще видно? Да не закиньте туда на сидушку. Как-то некрасиво будет по отношению. Ладно, вытесни. Это же не навоз все-таки. Экологически чистая глина. Все, я закончил. Потом даст Бог палатку просто свернем и вытащим землей все. Да вот так. За верхние края возьмем. А можно с вами покатаюсь, а? Ну ему и так тяжело, чтобы тебя катать. Давай. Пока он будет возить, ты чтобы нагреб. Афов? Сегодня суббота, банный день. О, да, сегодня суббота? А да, там еще тонна кирпичей. Я думал, все чуть-чуть. Не одна. Уже вторник. Не одна. Сколько там тонн кирпичей? Длинные. Да я не думаю, что там целая машина будет, там же полмашины. Ну тонн, если кирпич весит 3 килограмма приблизительно, 100 кирпичей 300, если 1000 кирпичей, это 3 тонны. Это немного. Одно ведро готово. Я здесь вез 250 кирпичей. Это 600 килограмм. Нет, Сережа, пока давайте, пока они там на своей... Мне кажется, от 3 он не будет килограмм, наверное. Или 3 килограмма. Ну, там от 2,5 где-то. А, 2,5. Место в ведро поправь, тогда у тебя падать не будет. Конечно, нагребешь и потом упадет все заново. Если бы сразу так догадались, можно было какие-то доски придумать даже. Ну, можешь и передом, здесь дорога широкая. Задом выехаешь. Можешь задом. Нет. Ну давай еще туда, на тот спуск. Ты можешь туда проехать. Там есть проезд. Ладно, я сейчас развернусь и потом. А вон можно из ведра насыпать. Из ведра легче будет. Стойте, пока ведра не трогайте. Да ведра тоже, они. Ведра вон. Пока это, вы с ведрами будете. На ведра в салон можно поставить. Не, тут уже. Тяжело, да? Да вы по ведру возьмете. Ладно, пошел я, короче, вы все заканчиваете уже. Фагома так образовала, да. Тихо, просит. Так нечестно. Не старение. Я долго набегал. Шмяк, и забрали все два ведра. Жадный дядя Никита. Нестор, молча. Какой-то типа проволоки громадной. Или как это еще называть? Трос. Трос. Железный. Ну, у тебя даже не это. Да не, глина так она же это небольшая. Это же не песок. Это песок тяжело будет. Глина не тяжелая, так что можно еще и в ведрах нагрести, ввести. Не, ведра точно там сиденье будешь марать. Тебе нужны свежие там на кирпиче. Сейчас прикинь, мы где-то натаскаем эту глину. А глина легкая. Легкая, а копать ее тяжело. По два ведра таскать.
Сергей, он там в эти сиденья заморать может. Ведра, наверное. Поехали. О, берите лопаты там, может быть. Да, я пойду. Одну возьми, Нестор, оставь одну-то. Коршун летает. Какую-то добычу себе, видимо, узрел. Красавец. Бац, пал. Что-то где-то увидел. Вот Роман разворачивается и задом сейчас будет спячивать. Вот он парит. Интересно. О, сел на столбушок. Коршун. Коря. Коря. Как у Гали загуляю, все кошки, муськи. Ого, Виктор Николаевич, смотри на его спину. Вообще. У меня вчера такая же была спина. Все. Все, возить думаю. Уже привезли? Да. Ворот. О. Не-не-не, на фонарь. О. И туда всё. За резинку. Тут. Давай. О, вот. Все, выкапываю. Дайте я буду. Кого выкапываем? Они просто палатки выносят. Что ты? Нестор, соображай. Головой надо. Помогай лучше дергать. За низ. У палатки. Лопату-то положи, Нестор. Да у меня что лопатой? Надо было за низ еще дергать. За палатку, за низ надо было, та, что у вас останется. Вообще мне самосвал. Федора Емельяненко не хватает. Шины какие-то бьют. Вот здесь надо бить. Дядя Витя уже, видите, спотел. Да, я говорю. Ну не спотел он тут, мокрая спина уже у него. Хорош, следующий. Вчера я потом тут обливался. Сегодня Виктор Николаевич. Да, потом мы вчера еще помылись в бане, в душке. В душе, да. Знаешь, лучше вот сюда проедь, на середину зубы, все равно не это, балей тебе, неудобно еще. Что ты? Ну, вон туда надо всыпать, вот сюда в следующий раз. Хорошо. Я говорю, без вас не уеду. Вот именно. Я с вами поеду так-то. Ой. О, место хорошее. Ладно, уже у меня полно перчаток, Нестор. Вот я дурачина просто филя. Какие тебе? Тряпичные? А? Давайте. Вот эти. Это порванные. Возьми вот в этом кармане белые. Ой, не снимайте меня только. Да, тяжелая работа. Ну вот так вот. Забыли. Ну так, слава Христу. Аллилуйя.